Короче, что делает DOP Import SOP? Мы указываем динамический нетворк и имя объекта. Вот. И дальше происходит несколько вариантов импорта данных из динамики, в зависимости от того, что происходит, собственно говоря, в самом допе. Если геометрия не меняется, то можно использовать параметр import style в значении transform input geometry groups. 700 тысяч. Вот, сейчас видно уже, что одна ножка отломилась, а для остальных ножек удар был слишком слабый, и остаток объекта воспринимается как цельный объект. Вот сейчас мы имеем, в общем, достаточно реалистичное поведение склеенного из частей объекта.